поселения. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин провел заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской республике. Уровень аварийности на республиканских дорогах по-прежнему высок. В чем причина и как повлиять на ситуацию? Ответы искали сообща. Минутой молчания началось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской республике. Почтили память жертв терроризма. Более 1000 заложников 2,5 дня находились в заминированном здании. В итоге погибло 334 человека. Свыше 800 было ранено. Первым на повестке заседания стал вопрос о состоянии аварийности в Чувашской республике за 7 месяцев текущего года. Рост сразу 3 показателей – количество ДТП, число погибших и раненых людей зарегистрированы в Ибрейсинском и Комсомольском районах, а также в городе Новочебоксарске. В остальных муниципалитетах тоже есть поводы для беспокойства. Несмотря на то, что удалось добиться сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на 9% и числа раненых и людей на 16%, впервые в текущем году возросло число погибших ДТП людей. Пусть увеличение незначительное, всего на 1 человека, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, негативная тенденция продолжается и в августе. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий стали неудовлетворительные условия дорог. Отсутствие разметки, дефекты покрытия, недостаток дорожных знаков. Невыполнение какого-то предписания ГИБДД или просто даже без предписания. Мы понимаем, что если смертельный случай произойдет, то, в общем-то, вы его можете относить, в том числе на свою совесть. Я не знаю, кто как это оценивает, но, тем не менее, раз там не стоит ограждение, оно должно было быть. И случай такой произошел, значит, в принципе, есть вина должностного лица. Участники комиссии призвали руководство муниципалитета в кратчайшие сроки провести ямочный ремонт автомобильных дорог, а также устранить выявленные в ходе обследования нарушения по обеспечению безопасной перевозки детей автобусами. Юлия Важенина, Светлана Аликимова, Николай Яковлев, Республика.